Александра Самохина, самопроба на проект «Хвостолюбы». Здравствуйте. Тут собака под нашу машину попала. Нужна срочная операция. Бедный малыш. Господи, у нас сейчас нет хирурга. Придется везти в другую клинику. Куда везти? У пса, похоже, двусторонний пневмоторакс. Он не дотянет в другую клинику. А вы откуда знаете? Я хирург. 100 операций в подобных ситуациях делал. Людям, конечно. Видите, как он дышит и пена. Господи, что же делать? Не знаю, но точно не причитайте и не заломать руки. Послушайте, а почему вы со мной так разговариваете? По-моему, это вы собаку сбили, а не я. Но ведь не я в ветеринарной клинике работаю, а вы. Что же вы за врач, если собаку спасти не можете? А что вы за хирург, если не можете собаке операцию сделать? Я? Вы же сами сказали, сделали 100 подобных операций. Так будет 101-я. Я вообще-то на свадьбу еду. А я в театр иду. Мы будем планами на вечер делиться или пса спасать? Бред какой-то. Не могу я. Держите. Что это? Усыпляйте, чтоб не мучилась. Да, Шуля, нет. Я еще не приехал, прости, котенок. У меня срочная операция образовалась. Я прямо к ЗАГСу приеду. Целую, люблю.